Всем привет! С вами канал «Современные родители». Сегодня представляю вам аэрогриль Kelly KL1700. В описании под видео вы найдете подборку ссылок на магазины с актуальным наличием и лучшими ценами. Чтобы получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Буду рада вашей поддержке. Делитесь впечатлениями в комментариях и ставьте лайки. Аэрогриль KL1700 имеет классическую форму, цвет и лаконичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займет много места. Нагревательный элемент – ТЭН из нержавеющей стали. Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине. Аэрогриль Kelly KL1700 позволяет приготовить мясо, птицу, рыбу и овощи с помощью потоков горячего воздуха, который равномерно распределяется внутри пространства. Такой способ обработки продуктов сохраняет максимальное количество полезных микроэлементов. Пища равномерно нагревается, не пригорает и не прилипает к дну чаши, поэтому нет необходимости добавлять в еду растительное или сливочное масло. Это значительно снижает общую калорийность блюда. Внушительная мощность обеспечивает высокую скорость приготовления. Устройство способно быстро поджарить курицу, испечь хлеб, тушить птицу с брокколи или картофелем. Аэрогриль Kelly KL1700 имеет механическую систему управления. Настройка параметров осуществляется посредством поворотных регуляторов. В арсенале есть таймер, поэтому модель автоматически прекращает работу после заданного промежутка времени. Благодаря этому в процессе приготовления не нужно находиться на кухне. Аэрогриль обладает мощностью 2000 Вт, благодаря чему приготовление не займет много времени. Продукты готовятся на специальной решетке, которая вставлена в чашу. Благодаря технологии нагрева Turbo Air Circulation блюда обжариваются со всех сторон равномерно и получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Вы можете настроить нужный нагрев вручную от 90 до 200 градусов и время приготовления от 1 до 30 минут. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Маловато мощности. Долго готовит. Маленький объем корзины. Картошка не горячая, а теплая. Решетка неудобная. Теперь перейдем к положительным. Хороший аппарат для незамороченной готовки. Небольшой, компактный. Жарит хорошо. Продукты не горят в нем. Все отлично пропекается. Приготовленные блюда очень вкусные. Работает тихо. Не нужно масло, есть антипригарная подставка. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Делитесь впечатлениями от ролика и модели в комментариях. Буду благодарна за поддержку в виде лайков. Не пропустите новый обзор, для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Современные родители».